Всем привет, меня зовут Альбина, я являюсь основателем международной сети салонов «Сахар энд Восс». Я вообще поняла недавно, что я человек, наверное, больше про идею, больше про вот эту энергию, про миссию, про добро, нежели про деньги. Я не знаю, как это прям вот пришло, мне кажется, это так упало ко мне сверху, это было такое вдохновение, и после этого я как раз-таки начала мотивировать сотрудников именно вот давать людям счастье, добро, любить свою работу, любить свое дело, дарить радость клиентам. Нужно жить не только ради денег, но и ради какой-то великой миссии в этом мире, потому что каждый из нас в этот мир пришел не просто так, он несет какую-то цель, и когда эта цель распространяется вокруг, это просто очень круто, и это работает. Все, спасибо за внимание, творите добро!